Всем привет! С первым снегом! 8 октября 2023 года. Идет первый снег в городе Орли. 14:50. Нахожусь на улице Октябрьской. Перекресток, там магазин Орел. Падают снежинки крупные. То повалят, то падают так вот. В редком режиме. Но, тем не менее, в наш город заглянула зима. То солнышко проглядывает, интересно. Тучи, ветер, то дождь. Это уже, так сказать, осень полноценная. Несмотря на то, что деревья еще зеленые. Вот рябина. Дело идет к зиме. Будьте здоровы. Всего вам доброго. Подпишитесь на канал «Видео из Орла». Дмитрий из Орла.